Так, девушки, голубушки, мальчики, зайчики, как там говорят, распаковка. Не могла ж я в магазине сделать по-нормальному на столе распаковку. Надо было до машины дойти, обязательно. Смотрите, что у нас тут с вами есть, господи, тяжесть-то какая. У меня, правда, ноутбук еще здесь лежит. Так, смотрите, что я набрала. Во-первых, зубы мне, детям, зубные пасты. Вот это у нас кальций, хиноцея для отбеливания. Вот, и беру только их. Дети пользуются только ими, никаких других покупать не покупаю, просто даже не могу. Вот, блендометы, эти, как их уже название-то позабывала, аквафреши, что там у нас еще есть? Кто чем пользуется, пишите. Не могу, у меня от них десна пухнут, текут, кровоточат, зубы шатаются, в общем, я масс-маркет вообще не воспринимаю, никак. Вот, попробовала вот эти, и вот мы теперь сидим на вот этих зубных пастах, только на них. Взяла 3 штуки, одну себе домой, любимой. Обычно беру порошок зубной, но сейчас вот решила немножко побаловать себя пасточкой. Детям, дети едут в лагерь, ну, по крайней мере, должны поехать в лагерь, и вот каждому по зубной пасте. Ну, естественно, привезут остатки домой, если привезут, и будем пользоваться, конечно же. Дальше. Появились у нас в магазине вот такие пластины. Я влюбилась, они были, но они были немножко другие. И вот сейчас сделали пластины с цветочным ароматом для сильных загрязнений. Слушайте, такая вещь классная. Во-первых, состав натуральный, вот он как был 100% натуральный, растительный, вот он так и остался. Порошки я стиральным порошком уже 1,5 года не стираю, не могу, у меня аллергия, у меня кожа шелушится, на спине прыщи от порошка высыпают, у меня дети чешутся. Вот после того, как мы отказались, разница колоссальнейшая, девочки, вот мамы, в первую очередь мамы, сейчас к вам обращаюсь, разница в одежде огромнейшая, в реакции организма на одежду, постиранную порошком стиральным, гели, типа вот эти, как его, синергетик, вот это говно я тоже, типа эко, я тоже покупала, херня все это, помой, просто вот не тратьте деньги, покупайте вот это. Полностью 100% натурально, полностью. Ни один синергетик, ни один там ушастый нянь, и что там у нас еще есть, всякие вот эти эко, а-ля эко, они не сравнятся. Там есть химия, здесь натуральный состав полностью. Вот, и реакция кожи абсолютно разная, абсолютно другая. Ушли прыщи, ушло шелушение, почесотки, вот эти зуд, вот это все поуходило. Плюс мы же еще этим всем дышим. Порошок, он же не выполаскивается. Он, эти отбеливатели, как они, господи, как они называются? Натали, напомни мне. Зрительные, визуальные, оптические, вот, отбеливатели, которые в действительности не выстирывают грязь, они ее маскируют, понимаете? Белье тускнеет, то есть вымывается краска, теряется цвет, портится ткань. Короче, вот здесь плюсов просто масса в сравнении с обычными порошками. Плюс порошками мы дышим, они не выполаскиваются толком. Прекрасно сами это понимаете. И вот эту пыль мы еще и ко всему прочему вдыхаем. Вот, так, а здесь я цветы поливаю. Я, если руками стираю вещи... Вот я перед тем, как ехать за покупками, я вещи простировала, ну, нежные, летние, нежные, у нас у девочек особенно много таких вещей, то, что в машинку стиральную не закинешь, очень удобно. Я эту воду выливаю на грядку, в цветы, уже вот 2-е лето, можете себе представить? Разница. Порошком вы никогда в жизни цветы не польете, вот просто насколько разница качества, да? Качество и пользы. Дальше, что тут у меня еще есть? Смотрите, крем я взяла. Вообще вот в эко-магазине в Greenway 3 линейки кремов. Anyray, это премиальная, она разработана и разрабатывалась для королевской семьи Монако. Потом есть новая линейка на цветочной росе. То есть там, знаете, как эликсир, такая вот выжимка экстрактов.
пыльцы цветочные, то есть все, что вот, не знаю, как технология у них это, запатентованная технология, короче, это вот такой средний ценничек между Anyray и вот этой. А это конопля, на конопляном масле. Это эконом-класс, бюджетная косметика. Девочки, ну настолько классная. Настолько она охеренная, я вам передать не могу. Я сижу уже 2 года на ней. И по сравнению, вот если сравнивать с корейскими кремами, то корейские крема — это ни о чем. В 2 раза, в 3 раза дороже, чем вот это вот. Но качество лучше здесь намного. Вот, я себе беру антиэйдж, он идет день-ночь, очень удобно. То есть у меня один крем заменяет два. И плюс я наношу его, а потом через несколько минут сверху, вот сейчас летом, наношу крем с SPF. У меня 30-ка, но на лето все-таки надо брать 50, а на зиму 30-ку. SPF-ка тоже бомбовский, просто цвет лица выравнивается, тон лица, заполняются морщинки мелкие, лицо светлеет. Даже когда вы ходите на солнце, кожу не печет. Вот представляете, он действительно защищает, он классный. Вот, вот сейчас у меня 2 таких крема, ну, 2 моих основных крема по уходу за лицом. Это вот хэмп, причем на вот этой серии хэмп на конопляном масле я же еще и работаю, как мастер ногтевого сервиса. То есть вы все, кто приходил ко мне на процедуры, кремушек, которым я обрабатываю вам ручки и ножки, это как раз-таки крема из этой серии. Вот вспомните, какие они классные. Вот этот запах такой свежескошенной травы, только не вонючий, как у вас под окнами пахнет, когда косят, да? А вот именно приятной такой молодой листвы, знаете, аромат. Впитывается шикарно, моментально. Нет липкости, нет вот этой, знаете, парафиновой маски на коже. Крема великолепнейшие. И при этом бюджетные. Дальше я взяла шампуни. Шампуни тоже покупаю только эти уже 2 года. Я взяла вот мальчикам, это твердые, это тоже натуральные, ручная работа. Вот, без химии, здесь только натуральный состав, природные компоненты. Мальчикам, это древесный, кстати, запах, девочки, мальчики. Это для вас, между прочим, мужчины. Запах обалденный. Древесный шампунь пахнет. Я даже не знаю, у меня таких каких-то особо ассоциаций нет, но запах классный. Я у пацанов своих периодически тырю тоже волосы своим мою мужским шампунем. Ну, пока они не видят. Вот. А это вот я себе взяла лемонграсс. Очень его люблю. Тоже из этой же серии. Натуральный твердый шампунь. Ручная работа. Вот я его люблю. Они питают и кожу, и корни волос питают. Вот, я очень довольна, мне очень нравится. У них есть еще кондиционеры в этой же линейке, но кондиционеры у меня дома есть 2 штуки, поэтому я взяла только шампуни. Потом мыло. Я взяла, обожаю это мыло. Тоже девочки, мальчики, 100%. Можете мне не верить. Возьмите, проверьте. Забейте состав просто вот в поисковик или в Экоголик. Это сайт для проверки составов. Забейте состав и почитайте. Он прям по каждому компоненту даст вам информацию. Почитайте, что это, как добывается, как применяется, какие последствия влечет, для чего. Вот, каждый составчик можете проверить. Вот это мыло для стирки, абсолютно натуральное, тоже на растительных омыленных маслах. По-моему, уже 1 000 000 раз об этом говорила. Даже нет мыльной основы здесь. Почему? Потому что мыльная основа — это тоже продукт или результат переработки нефтеотходов. Вот что такое мыльная основа? Это вот оно. А здесь даже ее нет. Здесь именно идут омыленные растительные масла. И плюс тут добавочки, тоже натуральные. Мыло шикарнейшее. Выстирывает. Даже выстирала. Вот недавно у меня ребенок, учеба когда закончилась, запачкал малиновым слаймом, примерно вот такого цвета, рубашку школьную. Пластины не выстирали. У меня были детские пластины, они не отстирали. Он помылил мылом. Ну, просто так, от фонаря, говорю, постирай. Там стирал трусики такое, вещи свои кое-какие протестировал. У меня детки, да, ребенок самостоятельный, вот, он, ну, помогает
Он подметает, помогает, любит подметать. Это его область заведования. И стирает такие вещи, которые... Ну, сегодня стирала я, потому что дети уехали к бабушке сегодня. Вот. И, в общем, он помылил эту рубашку вот этим мылом. Выполоскал, повесил. Я снимаю белье, смотрю, нет пятна. Я говорю, что это такое? Я говорю, подождите-ка. Я говорю, подожди-ка. Я говорю, пятно на спине было, нету. Мыло выстирала, девочки, вот это мыло выстирала. Носки белые, все. И плюс у меня мама это мыло любит. Она душ принимает, моется только этим мылом. Вот она гели для душа, она тоже перестала воспринимать. Хотя раньше мылась только гелями. И вот она, когда попробовала вот это мыло, оно же оно кожу не сушит абсолютно, оно ухаживает за кожей. Кожа мягкая, нежная, оно с маслами растительными же. Вот, у меня мама прям влюбилась в него, в это мыло. Вот я, в общем, взяла мыло, смотрите, 3 штуки. По одной штучке мальчикам дам с собой в дорогу, одно домой себе. Потом взяла мыло, это новинка, я еще не пробовала. У меня салфетка для мытья посуды, у меня губка для мытья посуды, только не та губка, которую в магазине вы покупаете, да? Ну, по крайней мере, многие, вот я раньше покупала, чтобы с моющим мыть посуду. А у меня именно файбер от Greenway. Вот, и посуду я мою без моющего. А салфетку и губку я периодически простирываю вот с этим мылом. Либо у меня еще есть, я как-то в чате показывала, этот пенообразователь, купила электрический, такая бутылка, подносишь руку, и он пенку дает. И вот я в эту бутылку ложу 3 пластины вот таких, и там пол-литра воды наливаешь. И получается натуральное средство. То есть мыло для рук жидкое, можно его использовать. Можно использовать его как умывалку. И можно животных мыть. Можно самой мыться. Посуду тоже можно мыть. Очень удобно. Вот. Но я захотела вот это мыло попробовать. Все равно я простирываю салфеточки, периодически простирываю, потому что они всасывают в себя жир, грязь с посуды. Естественно, их нужно простировать. И вот я решила попробовать мыло. Девчонки говорят, что мыла этого хватает на 2-3 месяца. Ну, за 150 рублей 3 месяца. Не знаю, великий... Нет, есть кто-то, конечно, покупает какое-то там моющее для посуды. Сколько сейчас Фейри стоит? 100 рублей. Сколько там, литр? И кто-то этому рад. А я, допустим, Фейри никогда не могла пользоваться. Вот никогда. Я один раз попробовала и выкинула. Я даже не стала его домыливать. У меня пошла аллергия. И АОС вот тоже такая же херня. Это я не знаю, это не моющее для посуды. Это яд для людей. Я вот, если кто-то пользуется, я вообще не представляю, как можно этим пользоваться. К этому прикасаться нельзя. Это опасно. Вот, а это тоже полностью натуральный продукт, натуральный, без химии, полностью натуральный состав, 150 рублей на 3 месяца, это что, дорого? Вот скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, на себя, на свое здоровье? И самое-самое-самое, нет, не самое вкусненькое, кстати, еще есть кое-что вкусненькое. Купила на работу скрабы. Я решила не покупать в других магазинах скрабы всякие разные, химические. Я решила купить натуральные, гринвейвские. Сейчас я вам их покажу. Открой, подержи, пожалуйста, хочу открыть. Здесь фольга, но я ее сейчас попробую содрать. Я прям не удержусь, я пока не открою. Мне прям сильно надо открыть. Ай, да. Боже ты мой. Подожди, да, классно. Слушай. Девочки, приходите ко мне на процедуры. Буду вас радовать. А тело, да, ой. От вашего запаха. Ну, не знаю, у меня мужа нет, поэтому мне похеру. Я для себя все покупаю. Не для мужа. Я говорю, для Боже. Тех, у кого есть мужчины. Ну, для тех, у кого есть мужчины. Девочки, вы слышали? Мужчины ваши будут ахать и охать. Зацелуют. Лишь бы не съели. Блин, ну пахнет классно. Смотрите, какая красота. Сахарно-солевой скраб. Боже, это же такая прелесть.
И это натуральный состав, девочки. Это не химоза, это натуральный состав. Так, и второй давайте откроем. Боже, у меня аж слюни потекли. Просто... Вообще, да. Он как десерт прям. 3 августа был день арбузика. О, смотри, как открылось. Супер. Ой. Все, у меня прям, я, знаешь, как йогурт, мороженое, щербет. Вот это вот что-то из этой области. Мне прям хочется. Руки просто, это, ну, после ключей не хочу. Пыльные руки. Блин, боже, какая красотища. Ой, девочки, покупайте. Не ждите, когда вы запишетесь ко мне на процедуры. Покупайте по акции, по скидке. Смотрите, какая красота. Вообще, он как мусс взбитый такой, да? При этом плотненький, смотри, какой плотный. Ух ты, боже, какая красотень. Так, и еще сейчас покажу кое-что вам. Вкуснятину, сейчас. Ой. Так, солнце, ну-ка чуть-чуть. Подними вверх телефон. Вот эти большущие коробки. Еще выше подними. Еще выше. Вот так вот. Большие, вы видите? Две больших коробки. Сейчас открою, покажу, что это. Это еда. Я снимала вам видео про нее. В Дзен загрузила. Посмотрите, там всего 3-4 минутки. Что это такое? Это еда. Это прям еда. Это не молочный коктейль. Это еда со вкусом коктейля. Вот у меня здесь соленая карамель. Сейчас по акции, по скидке. Ну, грех было не взять, потому что на работе надо кушать. А это удобно. У меня стакан с крышкой, шейкер. Вот. Я туда наливаю водичку. Рекомендуют 200 мл, но я наливаю 300. Это мне так нравится. А каждый там уже под себя подстраивает. И я в процессе, вот я мастер маникюра, педикюра, да, и когда я делаю маникюр, я ставлю стакан шейкер рядом на тумбочку, и в процессе работы я могу пить свой коктейль или суп-пюре, я еще люблю суп куриный, я покупаю его периодически, то есть я работаю и одновременно я обедаю. Представляете, как удобно и вкусно и полезно, потому что здесь белки, жиры, углеводы, вся калорийность, витамины, минералы, вот это все здесь сбалансировано в норме. Получается порция, ну порциона, то есть на один прием пищи. Очень удобно. Удобно, дешево. Порция получается сейчас по акции сколько? Ну максимум 150 рублей получается вот полноценный прием пищи. Полезный. То есть у вас здесь и витамины, и еда, все вместе. Здесь в коробке 10 порций. Вот в такой коробке 10 порций. Вот. И вот или я ходила за 180 рублей пиццу покупала, понимаете? На обед себе. Или я купила вот за 150 рублей себе, ну сейчас взяла коктейль, они по акции идут, по скидке. А так вот супик, супчик. Так что лучше поесть? Пиццу. Я люблю выпечку. Я не говорю, что выпечка это плохо. Плохо, когда ее много, когда перебор. Вот. Но, опять же таки, что лучше? В сухомятку пиццы затолкаться, да, там, ну, чаем заглотнуть? Или все-таки поесть супчика тепленького? Что лучше? Конечно, супчик, правильно? Ну, или вот коктейльчик. Так. И второй коктейль, я еще люблю фисташку, фисташка очень вкусная, но ее не было по акции. По-моему, не было, что-то я не увидела. Да, по-моему, не было фисташки по акции, да. Ее, наверное, не одна я люблю. Эх, сейчас еще открою, покажу вам. Да что ж такое, неудобно одной рукой. Это тоже, это господи, молочный шоколад, тоже очень вкусно. Он прям, знаете, как шоколадное мороженое такое. Ваниль я не люблю. Ну, просто у меня ваниль, я не сырки, не мороженое. Нет, ваниль, знаете, как воспринимаю? Только в мороженом. Вот, и все. Кто-то любит ваниль. Вот, а я вот еще вот это люблю. То есть у меня три любимых вкуса. Соленая карамель, шоколад и фисташка. Ну, взяла пока два. Потому что фисташки не было по скидке. Удали акцию вчера, чё ж не воспользоваться. Поэтому я сразу две коробки и взяла себе. Тоже 10 порций. Бомба, посмотрите. Бомба, без сахара, без глютена. Без мальтодекстрина. Про мальтодекстрин я писала в чате в Телеграме. Почитайте.
по-моему, под хэштегом что-то там «работа организма просто о сложном». Вот под этим хэштегом в чате в Телеграме я вам писала про глютен. Ой, про мальтодекстрин. Что это такое, как влияет на организм. И вот, между прочим, хочу вам сейчас сказать, кто пьет коллаген, когда покупаете коллаген, очень часто производители под видом коллагена продают мальтодекстрин. То есть основной компонент там мальтодекстрин, и коллагена там совсем чуть-чуть. Поэтому, когда вы покупаете коллаген, смотрите, что вы покупаете, за что вы деньги платите. Кстати, в Greenway коллаген тоже есть. И он говяжий, и он без мальтодекстрина. Так, ну вот, вот такая вот распаковка, народ. Так что берите на заметку, покупайте, пользуйтесь, поправляйте свое здоровье. И при этом, при всем, при том, что сейчас я вам скину, ну, понятное дело, что в YouTube, в Яндекс.Дзен я не скину скриншоты, а в чат в Telegram я скину. Поэтому ссылку на свой Telegram я оставляю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Переходите по ссылке, заходите ко мне в чат в Телеграме и смотрите, знакомьтесь. У меня вот эта вся продукция оплачена с валютного счета, со счета на сайте магазина. Не деньгами моими, а деньгами внутренними. А вот откуда они берутся, пишите в чате, спрашивайте, а я с вами свяжусь и расскажу. Ну и заодно можете мне написать, как за покупками вы ходите, как оплачиваете, со своего кошелька или со счета вашего магазина, в который вы ходите за покупками. Все, целую, всех обнимаю.